Друзья, 4 ноября 2021 года, рыболовный клуб «Подкова». Друзья, улов Анастасии. Настя, привет. Привет, Сереж. Рассказывай, как прошла твоя рыбалка, на что поклевывала рыбка? Приехали на сутки, поклевывала, одна клюнула на малька, на поплавочку, другая на вьюна светонакопительного. После запуска на блесну оранжево-черную, на малька на донку со дна и бобриный хвост бело-зеленый и зелено-черно-белый. Зелено-черно-белый. Вот так. Да. А еще поклевки хвосты и что-нибудь было? Ну, порядка 10. 10 хвостых, да. Таких. Ну, вся рыба на дне. Вся рыба к одной. Рыбалка довольна? Шикарно. Шикарно. Ну все, до новых встреч. Да. Спасибо.